Это Геннадий Чеканский? Да. Я видела ваше объявление. Да-да. Меня зовут Жанна, я хотела бы... Как дела, Жанна? У меня все хорошо. Правда, это погода. Погода не очень. У меня весь день болит голова. Если бы не коньяк, не знаю, что бы я делал. Так вот, Геннадий. Зовите меня просто Гена. Так вот, Гена, я чувствую себя полной идиоткой. Знаете, зачем я звоню? Вы прочли объявление. Хочу спросить, у вас что-то случилось? Вы не можете найти себе женщину? Кажется, не могу, Жанна. Скажите, где они? Женщины? Да. Везде. Женщины есть везде. Если только вы очень заняты. Скажите, где их можно найти? Ну, допустим, в церкви. В церкви есть женщины. Церковь мне не по душе. Ага. Слушайте, Жанна, может, приезжайте? К вам, что ли? Ну да. У меня уютная квартира. Я не очень люблю говорить по телефону, а у меня спокойно поболтаем и выпьем чего-нибудь безо всякого нажима. Я не очень готова. И вообще... Да бросьте. Уверяю вас, все будет хорошо. Вы же прочли мое объявление, и вам наверняка интересно. Ну... Вы боитесь? Нет, не боюсь. Мой адрес? Бульвар Катаса, 7/10. Хорошо. Жду. Я принесу вам еще. Нет, спасибо. Мне правда уже пора. Ну подождите, я принесу еще выпить. Это развяжет нам языки. Хорошо, но потом я ухожу. Увлекаетесь чтением?
Не то чтобы очень. Это Буковский. Я очень люблю эту книженцу. У вас были проблемы с алкоголем? Нет. Конечно, нет. Скорее, с сексом. Я думал, что с сексом, но мой психотерапевт меня успокоил. А у вас было что-то подобное? Нет, я даже никогда не задумывалась об этом. Возможно, я в сексе не разбираюсь. Возможно, поэтому я одинока. В конце концов, мы все одиноки. В каком смысле? В том, что как бы ни была хороша сексуальная жизнь, да и любовная жизнь, и обе вместе, настаёт день, когда всему приходит конец. Это грустно. Конечно. Так вот, настаёт день, когда всему приходит конец. Либо происходит разрыв, либо все разрешается мирно. Двое живут вместе и ничего друг другу не чувствуют. А по-моему, лучше жить, лучше быть одному. Вы развелись с женой? Нет. Она развелась со мной. Из-за чего? Из-за сексуальных оргий. Сексуальных оргий? Знаете, тоскливее сексуальных оргий нет ничего на свете. Эти оргии меня просто отчаяние охватывало. Все эти скользящие туда и обратно члены. Простите. Ничего. Все эти скользящие туда и обратно члены, работающие рты, пальцы, сплетенные ноги. Все тискают друг друга, потеют и полны решимости своего добиться, так или иначе. Я почти ничего не знаю о подобных вещах. А по-моему, секс без любви – это ничто. И вообще, все имеет смысл только если между участниками возникает какое-то чувство. То есть люди должны друг другу нравиться? Это помогает. А если они уже надоели друг другу? Если просто вынуждены вместе жить? Экономические причины, дети, всякое такое. Оргиями тут не поможешь. А чем? Я не знаю, может быть, обмен. Обмен? Ну, знаете, когда две пары близко знакомы и меняются партнерами, появляется, по крайней мере, возможность. Возможность для чувств. Ну, допустим, мне давно нравится жена Володи, уже много месяцев. Я все время наблюдаю, как она ходит по комнате. Ее манера держаться вызывает у меня любопытство. Мне интересно, знаете ли, откуда эта манера возникает. Я видел ее сердитой, видел пьяной и трезвой. А потом обмен. Ты наконец-то с ней в спальне, ты наконец-то ее познаешь. Конечно, в другую комнату Володя уводит твою жену. Удачи, Володя. Думаю, ты не хуже меня в постели. И это действительно действует? Я не знаю. Обмен может привести к конфликту, и вообще психологи не советуют. Здесь все, конечно, необходимо обсудить заранее. И люди могут попросту мало знать, сколько бы они это ни обсуждали. А вы достаточно знаете Гена? Ну, эти обмены, думаю, некоторым они подходят. Может быть, даже очень многим. А мне, похоже, они не годятся. Я чересчур строгих правил. Слушайте, Гена, мне правда уже пора. Отпустите меня. Пожалуйста. Боже, зачем вы это делаете?
прекратите это делать. Мне больно. Ты слишком спешишь. Отпусти меня. Зачем ты, сука, пришла? Вам не холодно? Нет. Мне хорошо. Дядя, дядя, the whole day through me, just an old sweet song keeps Georgia on my mind all the way. The song of you comes as soft and clear as the moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you, baby. Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.